Товарищи, мы здесь говорим, а там все стоит. Что стоит? Все стоит. Ты еще ходишь? Давай, вот. Лед-то ровный, но вот что ты еще такое выискиваешь? Что? Блин. Вот Юра где сидел, там и сверлит. И все, и голова не болит. Сейчас рыба сама выпрыгнет. Ну. А тут Саня вручную, опа, и быстрее всех. Вот ты смотри, опа, все. Лед метр, да? Метр? А он взял гайку, смотри. Сейчас он глубину мерит, глубину. У него все по-научному. Сы-сы, дна достать не может. А там уже рыбина зацепилась, оглушил ее, наверное. Три метра. Стандарт. Тут сидит у нас Юра. Ловит уже на эту, на креветку. Говорит, постоянно клюет, но не ловится. Кого он там ловит, не знаю. О, о, клюет. Смотрите, у меня клюет. Опа, что-то есть. Ребята, блин, камеру-то как вот что-то тащу. Тащу. Опа. Снимаем. Ребята, смотрите, это первый ёрш, твою медь. Вот. Завидуйте, жучки и паучки. Да, на глубине неимоверной. Тут у нас Лёша сидит. Там у нас сидит Андрюша. А прямо передо мной Саша. Ну и я собственной персоной. Ёршик ловится исправно. Деловой такой. Так, что, у нас столик, да, сделать? Вот столик. А у тебя есть столик? Не знаю, что ты будешь. Да, еще вот ничего. Здесь не? Да. Лютуют сегодня вообще. До нашего городка. Ужас. Вот время где-то уже 9:30. Льет беспрестанно. Всякая разная мелочь. В том числе и вот такой вот ёрш у нас попался в окуни. Вот Андрюха там подошел ко мне поближе. Там
Леха у него там вообще Гераку, да-да-да, чтоб кто, а тут продолжает, тот-то продолжает. Да, да. Не растет кокос. Да, всем добрый день. Мы сегодня на Пикалево. Вот браконьер сидит, 8 удочек. Да блин, и мормышек до самого сторожка навешал. И хочет все прям, все выловить. Всех заловлю. Да, вон Лешка сидит, что-то там помельче немножко. Ага, Саша, наш новый товарищ. Вот самый браконьер. Ну ты там, вот, видите, у меня вот она клюет. Вот таскает, ой-ой-ой. И удочку не уперла. Да, вот Сашка наловил тут вот, вот таких зверей больших. Да, вон. Саша, привет. Тетя да. Люся, привет. Да, всем привет. Костя, Володе, привет. Павловичу, Косте, всем. Костя, думал, Михалычу. Мы на Пикалево. А, да. Павловичу передай привет. Да, Павловичу персонально. А, это его любимая очередь. Да, то он обижается. Павлович, можешь ехать, рыба клюет. Вот. Да. Так. Ты куда убежал, спортсмен? Да нифига, не перекур, просто кто-то там сидит, наглый такой. Сидит гона. Отдыхает, как прямо я. А, вот такой вот рекордсмен. Да. Это вороном. Опа. Опа, я дружу. Опа. Побольше, чем у Андрюхи. Уже хорошо. Это пока. Ты уже с крупных наловил, отдыхай. Надо другим дать. Нет, сегодня вообще забавный такой денек, да? Вот такие вот дела, да. Без солнечных очков сегодня никак. Что-то он пришел ко мне пожаловаться. А может быть, не знаю зачем. Он забрал моего червя, самого ловкого, самого прыгущего, блин, да. Все, да, самого вкусного. Да. Да, вот столько пока половилось. Нормально. Ты смотри, что-то он сыпет такое тайное вещество. Наркотик, да. Конопля. Морская. Ну мы же не на море. У тебя шиповник-то есть еще? Просто если что, так в этом году, если надо будет. У меня как-то... Он шевелился. Сейчас проверим. Нормально. Окей. Так, ну давай. Камера. Если бы парни со всей стороны. Ребята пытаются что-то поймать. Что такое? Он поймал льдинку. Льдинка. Кто там? Льдинка, скоро май. Да? Месячишка? Не говори. Здесь стало
станет так красиво. Так станет так красиво все это как бы делает. Ну вот. Сань, а как вот это все тебе озеро? Понравилось? О. Озеро. Понравилось, да? Да. Вообще, да? Ты сюда еще приедешь? Все непременно. Ну ты видел, да, какая тут есть рыба, и ты предполагаешь, какая она тут еще может, какая она может быть, да? И надеюсь на чудо. Это хорошо. Мы на самом деле живем всегда надеясь на чудо. Вот Саня, он вообще молодец. Ты на этом озере первый раз, да? И главное, нифиг ты половил, да? А тебе понравилось. Да? Вот так вот, да. Вот так вот все это заманивает людей. Вот эта рыбалка. Вот он сидит, что-то как бы типа кого-то приманивает. Она уже сидит. Да. О, что-то у него там есть. Ничего там хорошего. Неважно, неважно. А-а-а, жирный. Жирный. А смотрите, а ловит-то он на два крючка. Потому что жадный. Жадный. А сам такой, а сам раз и бросает все на съедание воронам. Пойдем дальше, пойдем дальше. Можно воронам подсесть под эти под. Там обычно тоже. Андрюха, не надо ничего никому рассказывать. Почему? Давай это самое, говори. Что-нибудь. В общем так. Это все секрет. Тут ничего показывать нельзя. Потому что некоторые потом приедут и будут ловить очень хорошо. Не-не-не-не. Да. Это не подходит. Да, да, да. Нужно да. Бежать вон туда, вон под рюжи, вон туда к форели. Вот там в садках. Да, вон даже вороны. Да, да, да. Безумные. Вороны и то. И там в садках бегут. А так вот, Андрюха, давай. Ну опускай, что-нибудь там, как бы типа. Да сейчас, это я мигом мне. Давай. Вот смотри, опускаешь, опускаешь ниже, ниже, ниже. И там ждет злой ёрш. Вот он сейчас будет клевать. Оп! Одно упало. Чуть-чуть подымаешь, подымаешь, подымаешь. А все, ерши кончились. Походу я всех ершей распугал. Вот ставишь его? Да. Сейчас будет клевать. Ничего не делаешь, да? Рассказываешь анекдот. Да, да. Это потом. Ну и курить вредно для здоровья. Ладно. А все? Да, все, он мы всех выловили? Мертвяк, мертвяк. Мы всех выловили, ершей, ура! Идем к следующему рыбаку. Сейчас, секунда, проверка. Проверка, проветривает. Проверка связи. Проверка. Сейчас связь наладим. А, обождите. А с кем ты будешь связь налаживать? Сейчас, обождите. Надо сделать так, чтобы наладить связь. Да. Смотри, связь налаживается вот так вот. У него такая секретная коробочка. Вот так вот. Раз. У меня такого нету. Не выдавали. Так, сейчас обожди, связь наладим. Да, 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 да. Связь. Время с пространством. Вот, так. Вот смотрите, он утверждает, что он сейчас что-то клюнет. Оп. Хоп. Так. Очень связь. Медленно, медленно. Думаю, что связь на. Сейчас обожди. Да, это... солнце вышло. Давай, вышло, давай, вот быстрее. Хоп, 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 смотри. Он опускает, опускает, опускает. Это на лапке, тут кстати? Практически глубина практически 2-3 метра. 3 практически метра. О, так, 3. Сейчас. И при этом еще толщина льда. Метр. Так. Почти метр. Связь, связь. Наладка связи. Вот если будет ту-ту-ту-ту. О, оп, смотрите, оп. Опа, там рыба-то там есть. Но только оп. Это... О, смотрите. Так, нет, он не смог, не смог не ее. Не смог. Не смог. Связь не сработала. Да, нет, не связь. Взаимосвязь не сработала. Не надо вообще тут это самое. Вот связь сработала. Вот Андрюха что-то достал, Андрюха достал. Андрюха достал, да. Ну, а. Так. Опа, опа, что-то было, было, было. У тебя похоже, что крючок уже. О, о.
О, да. Ну, да. Это ёрш. Наверное, ёрш. Похоже, что это ёрш. Оп. Оп, 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 сы. О. Не, это тебе не ясь. Это тебе не ясь. Юра, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя рыбалка? Сегодня рыбалка, сегодня на 150%. Отлично. Погода великолепная. Коллектив офигенный. Удочки отличные у всех. Рыба не молчит, отзывается. Да. Даже вот, если ее даже тронуть, она сейчас будет даже клевать. Да, будет. Вот она. Я говорю, я здесь. Ну давай еще раз. Ну, смотри, я говорю, здесь. Ну, я не про вашу честь. Да не смотри. Давай вот так. Оп. Крупняк. Опа-на! Мы даже не сомневались. Ёрш, медь, твою медь. Пойдем к Лёхе, Лёха. Лёха, мы идем к тебе. Это Лёхе. Лёха, давай, вся надежда на тебя. У тебя что-то разговаривает? Смотри, какая у него крупная рыба. Ну, это мелочь. Ну, так-то он тут у речки ловит. В каком месте крупная? А так он слушает радио. А Леха ловит на радио. У него радио говорит, блин. Замануха. Да, на новости, блин. FM, наверное, да? Лех, Леша, скажи, как тебе сегодня? Еще нормально, отдохнули, вы расслабились. Да. Мы рыбки половили, все хорошо. Замечательно, да? Я тоже думаю, что день прошел не зря, день хороший. Дорога неплохая, да? Я думаю, что и не будет плохая дорога обратно, потому что оттепели как таковой нету. Аквинус один сегодня. Да, видите. Прыгает, скачет. Кому-то на уху. Оп. Я должен у каждого. О, ну что-то. Кто-то что-то поймал. Воронам на съедение. Сидит тезка. Напротив меня тезка. Пытается что-то поймать. Он, видите, он что-то жует. Это допинг. Допинг. Ну, в Америке его бы дисквалифицировали. Я знаю. Там вообще там как бы типа против русских любой повод. О, тащит. Но он хотел бы пожирнее. Он хотел бы пожирнее. Это допинг. Надо, наверное, добавить допинг. Да, Санька? Да. Мы продолжаем снимать рыбалку. Есть поклевки. Но рыба не шибко крупная. Кушок. Ребята разбежались. Вот там Санька. Леша. Вот лежит у нас Юра. И вот возвращается Андрюха. Походу у него ничего не получилось. Это мелкий какой-то. Мелкий.
купил. Да. Погода немножко меняется. Так что ты орешь-то? Слышь, сколько мы с тобой эти самые, да, ерши? Вот, на деле бань. Эта банька была вот напротив. Вот буквально вот. Так вот. Я место запомнил. А потом все. Я сколько раз там не был. На верхнего, да? Но все равно. Воспоминания. Была бы мультиварка, хотя бы, наверное, всех детей вытянуть. Да, сюда с ребенком ехать. Сюда-то? Да. Чтобы его радость была. Да, чтобы как-то его затрясло, зацепило. Да. Для детей вообще это озеро такое... Все хорошо, все отлично. Я говорю, пенсионер, ну-ка, говорю, иди. Да, пример, брат? Говорю, делай. О, просто видео. Всем привет. Очень, очень хорошо было сегодня отдохнуть. Сегодня 1 апреля 2023 года. День дурака. День дурака. Но мы, дураки, все собрались в одном месте и решили это все дело использовать на благо. Да, сегодня приехали на Тикалево. Я не дурак. Я вчера родился. Как тебе сегодняшнее озеро? Отлично, да, понравилось. Ну ладно, дай бог, дай бог. Он туда приедет и все, все изловит, все изловит. А вот так мы тут попиваем чаек. Только чай, только чай. Чай. Русского туриста. Алкоголю, наркотикам нет? Нет. Нет, наркотикам нет. Ну, что, ну, парни можем... довольны, все. Все, ребята, все отлично. День провели великолепно. Сегодня северный воздух, это и есть наркотик наш воздух. Вот. Озон. Тетя Люся, вас бы сюда, к нашему наркотику. Костя, выздоравливай. Да, братан, нам, давай. Нога твоя должна, нам нужна твоя нога. Обе ноги нужны. Юра, любитель мелочи. Давайте. А мы на уху. Миша, привет. Миша, приезжай к нам. У нас хорошо. Мелочи. И поедем на рыбалку. За курихой, за настоящей и за камбалой большой. В все. Море на голец и на лайду. Вот это будет правильно. Вообще к мудику поедем. Отлично. Леша, ваши комментарии. А что сказать? Все хорошо. Все выйдет. Леха, у меня вообще... Солнце мое. Саня! По машинам ручкой! Это вот. Всем, ну, большой привет! Наш, новый друг, новый, да, друг, да. Да, да, да. Он пока нас не знает. А скоро узнает. Нас не знает. Скоро, ну, узнает. Он, ну. Да. В общем, всем большой привет, всем он добра. Он нас не знает. Всем добра. Миша, приезжай к нам еще. Миша, я тебя жду на прогрессе 4. Да, 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 да. Все четко. Приезжай. Да, да. В общем, там тебе рыбы заготовлены. Не знаю, там... Будет как на черных камнях. Если он оставит ключ мне,
от гаража. Давайте заканчиваем этот шикарный разговор. Итак, Алексей, сегодняшняя рыбалка. Отлично, все хорошо. Юра. Давно не бывали на озере? На этом. На этом, да, на Пикалево. Но сегодня показало, что очень даже неплохо. Рыба есть. И рыба есть, и можно даже неплохо посидеть и половить. Можно отдохнуть вместе с компанией. И даже ты, можно не ловить. Можно даже не ловить, за тебя наловят, если кто-то хочет очень наловиться. Вот. Как бы так, но нормально, не, хорошо, хорошо. Смотрим на Луну. Вот там Луна какая шикарная. Мишки пошли. Стол сними. Ах что, стол уже обеднел. Обеднел, одни черви у нас остались. Только чай, черви, мотыли. Да, все съели, падаем. Закончилась рыбалка. Сейчас мы возьмем просто рыбалку. Yeah.